Всем большой привет, друзья! Сегодня готовим сытное мясное блюдо с ташки. Для него нам понадобится, как основа, овощная подушечка, лук и картошка. Затем формируем котлетки из фарша и складываем сверху. Это и называется стажок. Затем смазываем майонезиком, укладываем ананасы и затираем большим количеством сыра. Так, картошечку мы натерли на крупной терке, посолили и формируем стажки. Это такая овощная подушечка. Все соки из мяса будут сюда затекать, зажариваться. Я надеюсь, будет очень-очень вкусно и полезно. Картошечку я посолила, если я не сказала. Без ничего. Следующий слой — это лук. Ну так, произвольно нарезайте, ложите сколько хотите, чего хотите. Вам же это кушать. Давайте договоримся. Все мои рецепты носят рекомендательный характер. А вы на свое усмотрение меняете компоненты, ингредиенты. Может, специи добавляете. У нас их не очень много. Так, и следующим слоем будем выкладывать фаршик. Сделаем маленькие шарики, котлетки прихлопываем вот так ровненько и раскладываем. Следующий слой — майонез. У меня домашний, густенький такой, жирненький, потому что фарш у меня из кролика. Это постное мяско, чтобы все-таки не был сухим, не было сухим наше угощение. И сверху укладываем ананасики, также для сочности. И будем засыпать сыром. Такие башенки формируем. Дальше переходим к сыру. Сыр у меня моцарелла, крупно натертый. Мы его берем всегда, потому что он не крашеный. Желтый краситель в сырах наиболее аллергичный, особенно для деток, если есть такая склонность. Как разделывать кролика на филе и приготовить фарш, я вам сниму отдельно в одном из наших видео. Вот эту красоту, стажочки эти, отправляем в духовку на 200 градусов минут на 30-40. Я посмотрю и дам вам в описании точное время. Так, смотрите, друзья, такое блюдо у нас получилось. Оно вкусно как в горячем виде, так же в холодном можно спрятать в лоточек, и на пару дней в холодильничке будет у вас хорошая еда. Готовьте себе с удовольствием и кушайте на здоровье!